Всем привет, я в магазине «Светофор», город Орск, на ТЗБ. Вот и нам пришла земля, почва, грунт универсальный, питательный. Долго мы ждали, 65 литров, 173,30. В этом году «Светофор» как-то не сильно подготовился к рассадному сезону, были перебои. Ох, какой шампунь пришел, шампунь «Шамту» с экстрактом яблока. Очищение без парабенов и силиконов для всех типов волос. 750 миллилитров, 201,80. Набор для чистки одежды 79,80. 50 слоев. Ролик с двумя смешанными блоками. Еще новинка. Вот мне нравятся вот эти. Знаете чем? То, что они в закрытый пальчик, но видите, перфорированные такие, с дырочками. И такие мягенькие. 271 рубль, 36 размер, 45. Есть, смотрите, и синие, и голубые. Вот 43 размер. Желтенькие тоже есть, 42 размер. И недорого. Смотрите, какие хорошенькие. Можно и на пяточку вот так надевать. И так вот делать. И черные тоже есть, 42. Вот пока размеры есть, вот сейчас и надо выбирать размеры и расцветки. Этих сапог тоже очень много. У нас тут начинается плюсовая температура и пойдет капель, потекут ручьи. 822,90 стоят такие сапожки. Ух ты, а это что такое? Ковер с печатным рисунком, 125 на 180, 1005. И ковер Шеги Амели 0,8 на 1,20 м, 1036. Вот это Амели 1036, а вот этот, вот тот, который первый сказала, с печатным рисунком, вот этот. И такой вот рисунок приглушенный, как сейчас модно. Собачьи консервы все еще есть. Сытый бобик, каша рисовая с потрошками. 73,10, 500 грамм. Мусорные мешки 45 литров с завязками. 30 штук в упаковке. 50 рублей 60 копеек. И есть большие мешки для мусора. Даже ГОСТ есть. 120 литров, 10 штук, 30 микрон, 64,20. Крышки тоже еще в наличии есть. 145 рублей. Винтовых крышек уже нет, которые так закручиваются. Только ключом остались. Ящик для хранения с крышкой 5 литров. 315 на 190 и 115. 131,40. Рисунки были разные. Сейчас один рисунок остался с крышкой. Жаровни, сковороды. Кастрюля-жаровня 1759, 6 литров. С крышкой, с антипригарным покрытием. Сковорода тоже с антипригарным покрытием. 852 рубля, 26 сантиметров диаметр. Так, холодильники. Что здесь есть? Риет из красной и белой рыбы. 52,90. Фишман. С ароматом копчения. 150 грамм. Так. Икра в крем-соусе 72 рубля. Я пробовала, неплохая. Эту пасту я тоже пробовала. Хорошая, 104,20. Из морепродуктов сливочная. Икра сельди 165,60. А из новинок икра минтая. Икра минтая, сытый боцман и трески 76 рублей. Вот ее можно взять, попробовать. Мы эту икру уже оценили. Очень-очень вкусная. Берите, не пожалеете. Бутерброд с маслом и с этой икрой. Прям икриночки там чувствуются. Никакой горечи, совершенно никакой горечи нет. Очень вкусная, берите. Очень много копченой рыбы. Горбуша 442, сельдь 176. Очень хорошие отзывы. Скумбрия 389 и форель 998. А также есть сушеная рыбка.
есть и соленая, 162 рубля, сельдь, а скумбрии нет. Хотела я купить сердце говяжье, нигде нет, все магазины обошла, только свиное, и то не во всех магазинах. Долго собиралась, называется. Что здесь новенького? Бекон имперский, 402 рубля. Морский деликатес. Это от лидера. Фирменная колбаса, полукопченая, категория А, 185-30. Колбаса рубленная, тоже неплохая вот эта. 0,35 грамма, 83-10. 0,35 килограмма, категории Б, 83-10. Сэндвич, слайсы, 300 грамм, 82-40. Плавленый сыр 139, сыр творожный 156-50 и сыр рикотта 155-60. Сиртаки для греческого салата 123. Мясо сегодня 210-90. Горчичное масло 100% нерафинированное 950 миллилитров. Город Волгоград 124-90. Соус шашлычный, карнавал вкуса 63-20, 500 грамм, 500 миллилитров. Кухмастер томатную пасту тоже дождались, 182-30, 950 грамм. Не знаю, я только такой пользуюсь. Рассольник стерилизованный, 72-60, баранки. Сахарные с маком баранки 59-40. Вот печенье какое. Выгодная покупка. С сахаром. Блестит аж сахар. 144-10. 1 килограмм с воздушным рисом. Буби-юби. Соломка. Соломка сладкая. И соломка соленая. Да. Смотрите, и сладкая, и соленая есть. 44,90, 300 грамм. С отрубями. Вкусные и полезные. Вы пишете очень хорошие отзывы на это печенье. 46,40, 430 грамм. Ой, это что такое? Букет перцев, приправа. Приправа с морской солью. Букет рецептов. Состав: соль морская, перец черный, кориандр, горчичное семя, перец красный, паприка, перец белый, перец розовый. Смотрите, какая хорошая приправа. 111,20. 160 грамм. Ну и давайте манго сушеный. Я покажу. 500 грамм. Манго сушеная. 400 рублей 10 копеек. На этом все. Кому понравилось, подписывайтесь. Всем пока-пока.